Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Local Game и добро пожаловать на прохождение GTA Vice City. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Миссия под названием «Компромант на Маргариту». Что? Так в чем проблема? Тихо, тихо. После близкой встречи с ним туманами, наш герой оказывается неспособным думать ни о чем другом, как о фаллической горе. В этот момент я хочу сделать сцену с баком картофельного пюре. Но потом мы... Ух! Все это дерьмо. Просто продолжайте, продолжайте! Ты говорил по телефону о проблемах с законом? Конгрессмен Алекс Шраб начал предвыборную кампанию. Он борется за голоса пуритан. По слухам, он поддерживает запретные меры к, скажем, более плотским аспектам развлекательной индустрии. Я думаю, с этим проблем у нас не возникнет. По крайней мере, не должно возникнуть. Отлично! Ганди, знаешь, Шраб, вы, ребята, добрались до интересного? О, да! О, да! Прошу, скажи, это понятно. Это была часть... Или она говорила... Я никогда не скажу, все равно. Тебе лучше последовать за ней и посмотреть, приведет ли она тебя в гнездышко. Есть камера? Да, дай ему камеру. Да, да. Ух, это угарно, если честно. Так, такой, держите Дел, ага. О, мне камеру дали, фига себе. Замечательно, так, садимся. Так, надеюсь, мы нам джойстиком не надо, да, пользоваться в этой миссии. Нет, работает все. Отлично. Анка беспалевно так этот идет. Я такой за ней наблюдаю, типа. Так, так, преследуем мы порно-актрису, которая только что снималась в фильме «Говори всегда да». Блин, мне хочется повернуть, короче, на W, а тут, короче, Q и E. И нифига себе. Да. Что водила вообще не в неадеквате. Может быть, она водитель тоже сейчас о да делает. Куда? Лево, право, право, лево. Угу. Кстати, на красный свет, царь, он проезжает. Нифига себе. Где полиция? Что-то низко, да? Чересчур. Нифига себе, он там наяривает. Patrol I Nevest Grow. Hey. Я что, тут перевода, кстати, нет, смотрите. Кэнди? Кэнди, а, можешь есть называть меня Мартином? Марта? О, Алекс, да, конечно, как скажешь. Короче, он нетрадиционной ориентации, вот этот молодой мужчина. Ну, он депутат, короче. Он нетрадиционной ориентации. Тихо-тихо-тихо. И мне нужно его сфотографировать. Вон он. Так. Идем в чулках.
Мартин, как здорово! Все. И. Тихо-тихо. Теперь возвращаемся просто в киностудию. И все, полиции 5 звезд дали. И кошмар, он сфотографировал нашего депутата в том, что он в чулках и еще называли Мартой. Марта. Это как немецкое же имя, вроде Марта. Почему он американское никакое не выбрал? Там Сьюзи, Мэгги. Это как Марта Коффман. Мне напоминает чем-то. Кто такая Марта Коффман? Я правда не знаю, не помню. What the fuck? У меня дымит, смотрите, офигеть. Я даже не знал, что со мной этот будет гнаться вертолет. И он меня же так сбить может. What the fuck? Охереть, что происходит? Беги, беги быстрей! Задание выполнено. Жесть. Что вы не сказали, что за мной будет миллиард продажных полицейских гоняться? Ребят, вот такая была интересная, увлекательная миссия. С вами был Лайков Гейм. Не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. Буду сохраняться. Завтра с вами продолжим на этом же месте. Всем пока.